Именно о легализации продажи недвижимости иностранным гражданам, по словам секретаря Общественной палаты Нателлы Акоба, необходимо сегодня вести речь, ведь этот процесс давно идет, но находится в сфере криминального, теневого оборота. Согласно статистике, на сегодняшний день осуществлено около 5000 незаконных сделок с недвижимостью. Криминализация неизбежно касается и вопросов получения гражданства, ведь по закону лишь гражданин Абхазии имеет право на покупку жилья в республике. По убеждению приглашенного на заседание палаты депутата парламента Сергея Шамба, такое положение дел в последние годы существенно подпортило отношения Абхазии с Россией. Необходимо узаконить и упорядочить этот процесс, убежден парламентарий. Надо узаконить то, что невозможно остановить. А установить это невозможно. У нас не только квартиры продают и дома, у нас землю продают. Разве мы это не знаем? Я категорически против того, что продавали землю. Но понимаете, у людей должна быть какая-то возможность. Движение капитала должно быть. Люди не могут заложить, скажем, в банк землю, получить кредит. Это правильно. Но хотя бы квартиру, дом, какую-то недвижимость заложить, получить кредит, вложить его в маленький бизнес. Движение капитала. При этом, как подчеркнул Шамба, право на покупку жилья не может быть увязано с получением гражданства. Новый закон позволит избежать афер в области продажи жилья и даст толчок развитию малого и среднего бизнеса и, по мнению руководителя фракции Абсадгил в Народном собрании, депутата Георгия Агрба. Он убежден, в случае принятия закона государство может получить в свое распоряжение до 30% жилого фонда. По словам Агрба, в законе можно прописать и запрет на продажу недвижимости гражданам Грузии, о соблюдении чего позаботятся соответствующие службы. Руководитель Центра стратегических исследований при президенте Олег Домения подчеркнул, что перед принятием закона о недвижимости его необходимо тщательно проработать, учесть все возможные риски. Нужно на самом деле закон принят. Но прежде чем закон принят, надо хорошенько изучить. Ибо мы же часто жалуемся на то, что закон не работает. А почему не работает? Потому что он неадекватен нашим реалиям. И нашей ментальности, и нашему менталитету неадекватно. Один из таких рисков, по мнению члена Общественной палаты Фирузы Кабба, массовая скупка квартир и рост цен на недвижимость, который лишит возможности получить свои квадратные метры нуждающихся граждан Абхазии. Мы все квартиры этим продадим, а наша молодежь будет у них и потом покупать квартиры. Те 10% или 30% они конкретно будут давать очередникам нашим. Надо принимать, но надо вот точно, кто нуждается. Опять-таки купит тот, кто не нуждается. При этом, как отметил первый замглавы администрации Ачимчирского района Славик Кучуберия, в Ачимчире сотни пустующих квартир, которые на кого-то оформлены. Эксперт Центра стратегических исследований Андрей Бгашба не увязывает напрямую продажу недвижимости и приток инвестиций. При этом правила игры в сфере недвижимости должны быть результатом не столько принятого закона, сколько обсуждения всего общества. Правила игры нам надо вырабатывать и, может быть, пойти на то, вот как это вписали в свое время Дидро, Руссо, общественный договор. Общество должно договориться и с властью, и с как быть. И вот на базе этого можно выработать правила игры. И не обязательно это может быть закон. Это может быть любая другая форма, которая будет общепризнана. Допустим, на сходе тоже вариант. Закон о продаже недвижимости, по мнению некоторых членов палаты, можно апробировать для начала на так называемых депрессивных районах Абхазии – Ачимчирском и Ткварчалском. По словам Валерия Арцинба, многие чересчур политизируют данный вопрос, между тем, как четкие механизмы могут обеспечить высокодоходный бизнес, причем для граждан и России, и Абхазии. Александр Страничкин также высказался за разрешение продажи, однако лишь первичного жилья, то есть квартир в новостройках. Отличную от большинства присутствующих точку зрения высказала Асида Шакрел. По ее словам, в размышлениях о различного рода механизмах и ограничениях в будущем законе не учитывается одно – а может ли государство обеспечить их исполнение? Сегодня мы говорим «да» или «нет». Я все-таки за то, чтобы продавать недвижимость, но чтобы были всякие там ограничения. Но знаете что, вот прежде, мне кажется, чтобы сказать «да» или «нет», мы должны понимать, вообще, как вот сегодня Олег Несторович говорил, понимать вообще всю проблему.
Системно, понимаете, если мы системно не подойдем к решению этого вопроса, вот сегодня даже вы много да, говорили о всяких разных опасениях и проблемах, да, и такие как бы наши ответы такие, что ну это государство должно контролировать, это то, но не контролирует у нас это государство, у нас криминал, у нас механизмов нет, у нас многих законов нет, и мы сегодня, вот этого всего нет, а мы потом говорим, ну это государство должно, но государство не может сегодня, значит, это преждевременный вопрос. Самым реалистичным решением проблемы другой эксперт, представляющий Абхазский госуниверситет, Эсма Сабеки, считает разрешение на продажу недвижимости иностранным гражданам, но с ограничениями, среди которых могут быть зонирование и квотирование. Квотирование здесь может быть двух видов. Это может быть и государство установит определенное количество квартир, которые в год можно продавать, и также это может быть какой-то процент во вновь возводимых домах, многоэтажных может получать государство для того, чтобы она обеспечивала своих граждан. Вот здесь вот высказывали опасения по поводу миграционных процессов. Да, опасения есть, но мы можем пойти по примеру некоторых стран Евросоюза, вот что они сделали для того, чтобы не было вот этих миграционных процессов, для того, чтобы сохранить вот самобытность, самокультуру и вообще этнос, они решили установить в законе такое ограничение. То есть иностранный гражданин может приобретать жилое помещение не для постоянного места жительства. То есть для постоянного места жительства ему ну, не дадут право приобретать, скажем, квартиру, если он имеет право находиться на этой территории не больше 180 дней. Уже в ближайшее время Общественная палата, с учетом прозвучавших в ходе обсуждения вопроса о продаже недвижимости иностранным гражданам мнений, выработает свои рекомендации. Они будут представлены в Народное собрание Абхазии. Рустам Зантария, Торник Амичба, Абаза ТВ.